в Римаяку, нам нужно сделать еще одну вещь. Поймать лягушку для церемонии камба. Трое из нашей группы изъявили желание пройти церемонию камба, когда мы будем в Малоке. Камба – это секрет одной из самых больших лягушек, известной как зеленая древесная лягушка. Ее научное название – филомедуза двуцветная. Ночью мы отправились в джунгли, чтобы поймать ту самую филомедузу двуцветную. Лягушка ведет ночной образ жизни. Из-за того, что у нее нет естественных врагов, она в изобилии встречается в тропических лесах Верхней Амазонки. Ищут филомедузу, обычно на деревьях по берегам мелких проток в джунглях, где самцы начинают петь на деревьях перед дождем. Эмилия начинает издавать звуки, подражающие лягушащей песне, чтобы те откликнулись, тем самым определяет место расположения лягушки. Двухцветная филомедуза водится в тропическом лесу Южной Америки. Крупная зеленая, словно покрытая воском, с очень своеобразной манерой передвигаться, за что ее еще называют лягушка-обезьяна. А, вон она, наверху, да? Вон наверху. Ага, вон сидит, вон она. А я, кстати, вижу, она, кстати, реально хорошо видна. Это ее нижняя ограда? Да, вон она сидит. Она сидит прямо вот на веточке. Во-во-во. О, давай, во. Поскольку филомедуза довольно сильно ядовита и не имеет в природе естественных врагов, змеи, даже если пробуют ее проглотить, сразу же выплевывают, то есть сборщиков она не боится и никак на них не реагирует, и спокойно сидит на ветке, не спрыгивая. Она что, на ветке сидит и не прыгает? А что он не спрыгивает? А он думает, что самки принесут. Зеленая древесная. Камба – это секрет одной из самых больших лягушек, известной как зеленая древесная лягушка. Лягушку аккуратно привязывают за каждую ногу соломенными нитками в форме буквы X. Иногда шаман массирует пальцы ног, чтобы стимулировать выделение секрета, который затем аккуратно соскабливается и сушится небольшими палочками. Лягушки никогда не причиняют вреда, и к ней относятся с особой осторожностью и уважением, поскольку люди считают, что причинение вреда лягушке разозлит дух животных, с которыми они так тесно живут. Mm-hmm.
Использование камба различается между племенами, но в основном коренные народы используют его для снятия панимы, местного названия темной или отрицательной энергии, а также для охотничьей магии. Они считают, что это улучшает их скорость, энергию и остроту зрения во время охоты и делает охотника невидимым, устраняя человеческий запах. Марион спун пака, ана костя пацу. Баксам рена на пансен киста, баксам рена сам. Для многих местных культур в Амазонии камба – это как лесная вакцина. Она также получила известность за пределами Амазонки, как мощное средство от хронических болезней и наркотической зависимости. Ну, наверное, уже это приучено, по большому счету. Угу. Знаете, уже приходит.